не желает выезжать. Все по своему желанию. Значит, первое, вы должны понимать, вы представляете не только наше государство, вы представляете наш народ, вы представляете вооруженные силы, вы представляете десантно-штурмовые войска. Основная цель и задача вашей командировки – получить практические навыки и методическую подготовленность при подготовке миротворческой роты. Всему, чему вы научитесь там, вы будете обучать наших солдат непосредственно здесь, в наших учебных полигонах. По прибытию вы будете готовить два состава. Один состав, который убывает, второй состав, который планируется, и третий – это инструкторский состав, который останется здесь и будет готовить второй состав. По прибытию вас в командировке с Ливана, дай Бог, половина из вас уже будет инструктори и готовить уже третий и остальные составы. Первое, меры безопасности, командир. Так точно. Прежде чем что-то делать, 100 раз посмотреть, можно, не можно, целесообразно, нецелесообразно. Есть. Второе, значит, регион не наш, регион жаркий. Вас хоть и провакцинировали, все равно, в любом случае, личную гигиену всем выдерживать. Какие проблемы? Это холера, какие проблемы? Это кожные заболевания и так далее. То есть личная гигиена на первом месте. Все понятно. Так точно. Врачи, прежде чем кушать, сами проверяйте. Если что-то не так, сразу доклад командиру, что по питанию проблема, по тепловому режиму проблемы и так далее. Питьевой режим будете поддерживать постоянно. В жаре были, все знаете. Ну и наивысочайшая воинская дисциплина. Все должны прийти живыми, здоровыми, чтобы четко выполнить последующую задачу. Вопросы есть? Вперед! Дышевые. Вперед!